Все это, еще новости экономики, культуры и спорта в ближайшие 2,5 часа. На Кубань-24 стартует большой блок информационного вещания. Здравствуйте, в эфире «Тема дня». Меня зовут Кристина Пьяных. Зрители прямо сейчас могут подключаться к обсуждению. Номер для связи с нами в WhatsApp на экране. Присылайте свои вопросы. И вот о чем пойдет речь в ближайшие минуты. Туман этим утром создал проблемы на дорогах и в небе Кубани. Автомобилисты в Краснодаре стояли в многокилометровых заторах. Вылет и прилет пассажиров 14 самолетов был задержан в аэропорту кубанской столицы. Двум лайнерам пришлось остаться на запасных аэродромах в Сочи и Ростове-на-Дону. Были отменены 9 рейсов. Сейчас все уже работает в штатном режиме. Проблемы с транспортом в регионе наблюдаются с начала недели. Плюсовая температура днем и повышенная влажность – идеальные условия для формирования тумана. В последнее время к погоде в крае повышенное внимание. Ведется постоянный мониторинг. На Кубани в этом году установили около 40 метеокомплексов. Это уникальная по охвату и количеству пунктов наблюдения система. Она позволяет прогнозировать ситуацию с точностью до 95%. Более того, ее продолжают совершенствовать. Сеть позволит заранее предупредить о возможном возникновении ЧС до 3-5 часов. Она работает в автономном режиме благодаря солнечной батарее и внутреннему аккумулятору. Впрочем, обо всем подробнее в сюжете. Поселок Мизмай долгое время был белым пятном на карте метеонаблюдения. Теперь населенный пункт и река Курджипс под присмотром автоматизированного комплекса наблюдения за погодой. Человек здесь не нужен. Умная система работает в автономном режиме. Для этого есть солнечная батарея и внутренний аккумулятор. Датчики определяют не только температуру воздуха и атмосферное давление. По размеру дождевой капли и интенсивности потока могут рассчитать объем осадков. Каждые 10 минут информация поступает в единую диспетчерскую службу. Такой же комплекс несколько лет следит за верховьем Пшихи. Река рядом со станицей Черниговской славится не только живописными видами, но и своей непредсказуемостью. Река Пшиха сейчас выглядит достаточно скромно, но два раза в год, благодаря дождям и снегу с горы Фишт, она становится полноводной, коварной горной рекой. В 2010 году вода поднялась под самый обрез моста. То есть я бы сейчас здесь не стояла, меня бы просто смыло. Для того, чтобы в полной мере оценить норов горной реки, и нужны постоянные наблюдения. В крае создана по-своему уникальная система мониторинга паводковой обстановки на реках Кубани. Это 189 датчиков, установленных на 145 наиболее опасных реках нашего края. Они себя за этот период зарекомендовали очень хорошо. Пока в одном районе прогнозируют ЧС по результатам мониторинга, в другом уже готовы предупреждать о ней на самом высоком уровне, в прямом и в переносном смыслах. По всей Кубани модернизируют систему оповещения. Теперь это не только сирена, но и речевые сообщения. Внимание, граждане! Производится техническая проверка системы оповещения. Просьба соблюдать спокойствие и порядок. В горячем ключе смонтировали 16 новых установок. Одну из них на крыше здания городской администрации. Звук разносится в пределах километра. Прежняя система оповещения, она была построена еще в 70-х годах. Уже морально и технически устарела. Конечно, необходима модернизация. С 2015 года она планировалась, эта модернизация. В этом году мы смогли это сделать. В станице Саратовской сейчас вместо одной старой установки система оповещения 3 новых. Одну из них смонтировали на крыше местной школы. Станица Саратовская находится вдоль реки Псикус изначально. Соответственно, она очень подвергается затоплению. У нас есть 3 зоны основные затопления, которые время от времени бывает, что заходит вода и в огороды. Новые системы оповещения уже установлены в 22 районах края. До конца этого года полностью оснастят горячий ключ и Северский район. В 2019 очередь Абинского, Каневского и Приморско-Ахтарского. Приоритет за районами, где высока вероятность паводка. Специалисты говорят, расширилась зона оповещения, да и качество сигнала намного лучше. А главное, все очень понятно. Каждый услышит о чрезвычайной ситуации. Новую систему мониторинга в эфире программы «Тема дня». Прямо сейчас обсудим с Юрием Ткаченко, начальником территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Юрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как правильно называется новая система мониторинга? В чем заключается суть ее работы? Новая система мониторинга является вот логическим продолжением развития системы мониторинга паводковой обстановки, которая реализована в крае с 2013 года
И эта система развивается, и она должна развиваться, потому что именно как раз благодаря вот такой модернизации, если так можно сказать, развитию, скорее всего, будет правильно, она позволяет нам как раз увеличивать заблаговременность прогноза возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, это таких как наводнения, сильные осадки, которые формируют склоновые истоки в горной местности, они приводят к затоплению населенных пунктов. Поэтому вот как раз, если мы до этого изучали уровень рек и контролировали уровень рек, то это следствие уже, а паводки вызываются у нас осадками, поэтому как раз знание причины паводков, осадков, количество осадков, с какой интенсивностью они выпадают, позволяет нам прогнозировать уже развитие паводка с заблаговременностью больше на 3-5 часов. Вот это как раз заблаговременность, она позволяет и вовремя предупредить население, и вовремя оперативным службам выдвинуться в зону возможного возникновения ЧС. Заблаговременностью больше за 3-5 часов по сравнению с прошлым? Да, по сравнению с тем, что вот было до этого, на 3-5 часов. Вот это как раз знание о интенсивности осадков как раз увеличивает время предупреждения, время заблаговременности. И в общей сложности, получается, сколько времени есть у нас? Если вот как раз, когда паводки формируются на горных реках, у нас иногда время до предупреждения всего лишь час и даже меньше часа. Сейчас это, соответственно, будет уже 3-4-5 часов, в зависимости от конкретной реки. Вот недавнее наводнение в нескольких районах Кубани, в Туапсинском районе. Уже работала эта система или пока еще нет? Вот система уже встала на боевое дежурство. Это как раз вот 28-29 ноября, когда у нас прошел паводок по реке Вулан. Были подтопления в Архипо-Осиповке. Сильные осадки шли в Геленджике, в Туапсе, Сочи, в Апшеронском районе. И как раз вот эта система позволила уже нам более уверенно прогнозировать, на каких реках будет и до какой степени будет подъемы происходить уровня рек, и, соответственно, вовремя предупреждать оперативные службы и, соответственно, муниципальное образование. В сюжете было сказано, что нескольких капель дождя будет достаточно этой системе, чтобы понять, что будет. Эта система, она, будем говорить, работает и в течение всего времени года. Она основана на радарном принципе, поэтому она позволяет нам и фиксировать и осадки как в твердой фазе, так и в жидкой фазе. А самое главное, мы их фиксируем с 10-минутным интервалом. То есть уже мы каждые 10 минут мы имеем полное представление о том, какое количество осадков выпадает в данном месте. Вот показывали Мизмай. Это очень важно, когда мы знаем в горной, как раз в верховьях рек, интенсивность дождя. То есть в той зоне, где происходит формирование паводка. Именно как раз у нас горные реки, основной у них зона формирования – это верховье. Вот какое количество осадков там выпало, в зависимости от этого, такой же интенсивности формируется паводок. Где появились уже эти комплексы? Они появились у нас в 11 муниципальных образований. В первую очередь, это, конечно, наши проблемные с точки зрения паводка районы. Это районы Черноморского побережья от Анапы до Сочи. И наши горные районы – это Отрадные, Мосты, Лабинский район, Апшеронские районы. Ну, вот местность по этому принципу и выбирали, да, куда поставить. Да, именно. В основном, конечно, там, где у нас сейчас вот формируются паводки, такие скоротечные, быстро развивающиеся, тем более, когда осадки выпадают очень интенсивно, а мы, к сожалению, сейчас являемся свидетелями того, что количество опасных явлений погоды из года в год растет, и к этому надо быть готовым, и поэтому надо быть готовым заранее. И развитие этой системы, оно должно идти с опережением вот этих природных явлений, тогда действительно будет эффект. А в каких местах поставили эти системы? Там, где метеостанции находились или еще какие-то пункты для наблюдения? В основном, конечно, приоритет был на то, чтобы получать сведения из зон, как мы только что говорили, верховьях рек, то есть откуда раньше вообще не было никаких метеонаблюдений, то есть это были своеобразные белые пятна. Сейчас там есть вот такие комплексы контроля за осадками и метеопараметрами, и также на существующих гидрологических комплексах, которые находятся также в верховьях рек. Это позволяет нам одновременно контролировать и осадки, и реакцию реки на эти осадки, что немаловажно. Чем этот комплекс лучше предыдущих, которые работали в регионе, или предыдущих комплексов попросту нет? Нет, это вот как бы дальнейшее развитие системы, только что говорили об этом. До этого у нас система функционирует, функционировала и функционирует система мониторинга паводка обстановки. Вот говорилось уже здесь о том, что это 189 гидрологических комплексов. Получается, они контролировали уровень, да. А это контролирует уже осадки, то есть причину подъема уровня. Нужны ли такие комплексы Краснодару и другим муниципалитетам? Несомненно, это вот как раз то, что позволяет более
точно заглянуть вперед в плане прогноза и более уверенно говорить о том, что ожидает, причем с привязкой к конкретному водотоку, конкретной реке. Получается, в следующем году работа с этими комплексами продолжится, да, край, да, продолжит оснащать. Министерство, да, гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Краснодарского края как раз ведет очень такую четкую политику в этом плане развития этой системы, потому что вот с учетом складывающихся изменений в климатической обстановке у нас получается, что данных много не бывает, и чем больше мы владеем ситуацией о реках и об осадках, выпадающих в краях, особенно в горной, предгорной зоне, тем увереннее можно давать прогнозы, предупреждения о возможном возникновении ЧС. Поэтому предполагается дальнейшее развитие этой системы и установка дополнительных осадкомерных комплексов, автоматических комплексов. Если говорить об 11 муниципалитетах, где эти системы уже установлены, в какой стадии сейчас работают? Там еще что-то настраивают или нет? Система уже сейчас вот введена в опытную эксплуатацию. Можно сказать, что она уже на боевом дежурстве. Сейчас отрабатываются шероховатости, отрабатывается программное обеспечение, его визуализация, чтобы это было удобно и ЕДДС, и в территориальном центре, чтобы информация была максимально приемлемой и максимально удобной для дальнейшей обработки. Систему мониторинга погодных явлений прямо сейчас продолжим обсуждать после короткой паузы. Оставайтесь на телеканале «Кубань-24». Эфир телеканала «Кубань-24» продолжается. Это тема дня. В этом выпуске мы обсуждаем новую систему мониторинга погодных явлений. У нас в студии, напомню, Юрий Ткаченко, начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Юрий Юрьевич, вот в 11 муниципалитетах установили новую систему мониторинга. Что сейчас прогнозируют специалисты в этих районах на основании полученных данных? Какая ближайшая погода там? Стоит ли там ждать осадков очень сильных? Система мониторинга, вот, которая у нас в 11, это модернизированная, то есть дополненная осадкомерный комплекс. В 29 муниципальных образованиях это у нас вот существующая и функционирующая система мониторинга заводными объектами. Это вот, будем говорить, такой блок краткосрочного прогнозирования, потому что это вот буквально прогноз нескольких часов. А естественно, что всех интересует хотя бы перспектива сутки, трое суток. Вот это самый главный прогноз, который наши специалисты вместе с Росгидрометом оценивают и прогнозируют. И пока в настоящий момент он складывается более-менее благоприятно после вот такого сложного октября и ноября. У нас сейчас все-таки температуры будут положительные и в целом по краю, а по Сочи даже до 12-15 градусов тепла, потеплеет. Но пройдут дожди. Все-таки сейчас средиземноморские циклоны, они не будут нам давать спокойно жить, если так можно сказать, потому что сейчас вот как раз их период и выход их через Черное море, которое еще довольно теплое, 14 градусов поверхность температуры воды в Сочи и Туапсе, они, соответственно, вот будут способствовать тому, что на Черноморском побережье будут идти дожди, больше, конечно, в районе Большого Сочи и Туапсе. Но интенсивность их ожидается там в пределах умеренной. И, соответственно, дальше они будут распространяться на территории края. Но все осадки пока в связи с тем, что температура положительная, будут идти дождем. Но в северных и восточных районах у нас в ночное время температура будет опускаться ниже нуля. Поэтому как раз то, что будет выпадать дождем днем, ночью будет подмерзать. Поэтому здесь, конечно, особенно водителям, надо быть предельно внимательным, потому что вот основные проблемы будут возникать на дорогах. Это вот гололедица на дорогах в ночное время и утренние часы. И, соответственно, туманы, потому что вот здесь говорилось, что условия для туманов идеальны. Да, действительно, потому что влаги достаточно много, а температуры падают у нас постоянно от положительных днем до отрицательных ночи. Вот на этом перепаде формируется вот эти, происходит конденсация водяных частиц в приземном слое, который формирует туман. И туманов нам не избежать. У нас такое время туманов, и, соответственно, это будет и нарушение работы портов, и, соответственно, дороги, внимание на дорогах. Спасибо большое. Это был Юрий Ткаченко. Информационный эфир на телеканале «Кубань-24» продолжается. Всего доброго, не переключайтесь.